все равно отсюда не выведут, даже если ты такое сделаешь. Все равно не выведут, им похуй. Поверь мне, выведут. Не выведут, поверь мне, не выведут. У нас руководство дурное. Я звонила своему этому начальству, и он сказал, что он может быть 300 или 200. Либо у него еще кто-то умирает. Наигрался я уже в войнушку, наигрался. Ты не подвыпивший? Подвыпивший. Ты сейчас в наряде стоишь? Да. И со мной разговариваешь? Да. А командир что на это смотрит? Да ничего не скажешь, но все пока себя понимаете, что это. Не вздумай ничего с собой делать, пожалуйста. Сделаю. Не вздумай. Сделаю. Ничего, сейчас перезади, перепроду автомат, ты слышал? Я тоже сделаю, поверь мне. Зачем ты будешь это делать? Зачем ты это будешь делать? Тут уже все порой доходят до отчаяния такого, то что подучилось, блядь, скоро, нахуй, блядь, и кинут этому командиру полка нашему гранату в окоп, нахуй. А он не спешит отсюда выходить, потому что знает, что такое Ленинградин, пизда. Потому что руководство флота, Балтийского флота, начальника корпусов, корпуса этого, начальника корпуса, он за него завел на этого завазку, наш командир полка, два уголовных дела. Хорошо, говорю, еще не будешь ругаться кое-что? Ну что? Я вены резала. Чего? Вены резала. Ты что, с ума сошла? Нет. Меня вижу, да?